Доброго времени суток! Мобильный оператор Мегафон 19 июня 2018 года отправил все тарифы линейки «Включайся» в архив, как и обещал, добавив к названию 0618. Но зачем это было нужно, ведь основные параметры у новых тарифов «Включайся» абсолютно такие же, как у архивных? На самом деле нет, изменения есть. Рассмотрим их на примере тарифа «Включайся, смотри» для Москвы и области. После ознакомления с данным видео вы можете самостоятельно изучить интересующий вас тариф для вашего региона на официальном сайте Мегафона. Пакет минут на архивном «Включайся, смотри». Звонки на все номера России 750 минут. На новой версии тарифа звонки на местные мобильные номера и любые номера России 750 минут. Заметили разницу? Местные – только мобильные номера. Тут можно было бы представить, что это новая формулировка странная какая-то, но нет. Мегафон просто исключил звонки на местные городские номера при нахождении в домашнем регионе. А вот в поездках по России можно звонить на любые номера и будет тратиться пакет минут. Как-то странно это не находите? Звонки на местные городские номера при нахождении в домашнем регионе 1 рубль 80 копеек. Исходящие вызовы после окончания пакета минут. Здесь все просто и понятно. Платим за каждую минуту отдельно. Звонки на номера Мегафона бесплатны. Новый «Включайся, смотри». С 1 июля 2018 года будет предоставляться дополнительный пакет 30 минут за 50 рублей. Действовать этот пакет будет так же, как и основной пакет на тарифе. В случае «Включайся, смотри» любые номера любых регионов России, кроме городских телефонов домашнего региона, как мы помним. Количество подключаемых пакетов не ограничено. Архивный «Включайся, смотри» СМС на номера домашнего региона 1,5 рубля за сообщение. Новый «Включайся, смотри» СМС на все местные номера 1 рубль 80 копеек за сообщение. Про внутрисетевой роуминг я уже делал отдельное видео, ссылка будет в описании к данному ролику. Сейчас расскажу кратко основное. Теперь регион пребывания для вас становится домашним регионом. Все условия как дома, и это хорошо. Но есть один нюанс. Для тарифов, пакет минут которых не входили звонки на номера всех операторов любых регионов страны, в поездках по России вводится тарификация входящих вызовов из других регионов, кроме региона пребывания, 5 рублей за минуту. На тарифе «Включайся, смотри» звонки на местные мобильные номера и любые номера России. Это означает, что платных входящих в поездках по России не будет. А вот, например, подробное описание тарифного плана «Включайся, слушай». Входящие вызовы из других регионов России в поездках по России 5 рублей за минуту. Такие вот изменения. Мое мнение, они ужасны. Отмена роуминга – это требование ФАС, но платные входящие вызовы из других регионов в поездках по России в это требование явно не входили. Вызовы на городские номера домашнего региона при нахождении в домашнем регионе оплачиваются отдельно. Тут, я думаю, комментарии вообще не нужны. СМС на номера домашнего региона подорожали на 20%. После израсходования основного пакета минут теперь подключается дополнительный – 30 минут за 50 рублей. Если считать поминутно, то это дешевле, чем было раньше. Но по факту при перерасходе сразу же списывается 50 рублей. И неважно, выговорите ли вы предоставленные 30 минут или нет. Если честно, то я разочарован. И на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.